Аллилуйя! Вы готовы слушать Слово Божие, дорогие мои? Давайте откроем вместе со мной книгу Псалтырь, 21 глава, 4 стих. Псалтырь 21:4. Я все еще в теме поста, и я надеюсь, что это откровение, которое захватило нас, обогатит твою христианскую жизнь. И не только обогатит, оно приблизит тебя к Богу, и открою те источники, которые еще сегодня или вчера были закрыты для тебя. А сегодня, когда ты постишься, когда ты постишься и молишься, когда ты ищешь Господа, ты приходишь в более близкое отношение к Нему, с Ним, и переживаешь новые откровения, свежесть и благословения, которые текут от общения с Господом Иисусом Христом. Итак, мы будем говорить сегодня о том, каким образом пост и прославление и поклонение взаимосвязаны между собою. Я хочу предложить вам первый текст из Священного Писания, это 21 Псалом, 4 стих. «Но ты, святой, живешь среди славословий Израиля». Но ты, святой, речь идет о Боге, живешь среди славословий Израиля. Интересно, что эти слова написал много лет тому назад человек по имени Давид. Давид, тот, о котором сказано, что Господь избрал его себе, как мужа по сердцу своему, который исполнит все хотения и все желания его. Когда мы говорим о том, что в Библии есть много разных героев, то, знаете, я исследовал и обнаружил, что 10 глав в Библии описывают жизнь и отношения с Богом такого героя Библии, как Авраама. 11 глав Библии имеют отношение к жизни Иакова, это внук Авраама. В Писании мы также читаем о том, что Бог поменял имя Иакова и дал ему новое имя Израиль. И отсюда у нас происходит новый народ, дети Израиля. Государство Израиль – это дети Иакова. Конечно, это имеет огромное значение. И всего 11 глав описывают жизнь такого человека, как Иакова. Опять-таки, 10 глав Библии описывает двух сильных пророков – Илию и Елисея. Когда вы смотрите на Библию и думаете о том, кто из героев Библии совершил самые мощные, самые значительные чудеса, конечно, на первом месте Иисус Христос, но в Старом Завете это два человека по имени Илия и Елисей, и всего 10 глав описывают их жизнь и служение. Но когда мы говорим о Давиде, то перед нами совершенно другой порядок цифр. 66 глав в Библии, которые имеют отношение и в основном посвящены и описывают жизнь Давида. Только вдумайтесь об этом. 10, 11, 10, 66 глав в Библии описывают жизнь Давида. Более 12 тысяч ссылок Писание имеет на Давида, и 59 раз он упоминается в Новом Завете. Когда мы думаем о вере, и когда мы связываем веру не просто вот с некоторым понятием или субстанцией, когда мы связываем веру с человеком, который жил до нас, и смотрим на Библию и думаем, кто же говорит вообще о вере, какого человека мы могли бы называть человеком веры, то, конечно, Писание однозначно называет человеком веры Авраама. Это означает, что Авраам является мужем по вере, мужем веры. И когда мы думаем о законе, мы тут же думаем о Моисее. Именно он получил эти две каменные скрижали и передал их народу. Когда мы думаем о чудесах, мы думаем об Илии и Елисее. Но когда мы думаем о хвале и о поклонении Богу, мы думаем о Божьем Сыне и Божьем муже Давиде. Чаще всего упоминается в Библии человек, не человек веры, и не человек закона, и не человек чудес, но больше всего Библия упоминает и
имя человека, который был поклонником и прославлял Господа. Стало быть, есть какая-то цель у Бога. Почему Он столько раз поместил в Библии упоминание и ссылки на Давида? И я хотел бы сказать о том, что лично я считаю, что главная причина, почему Бог сделал это, состоит в том, что Давид любил быть в Доме Божьем. Давид любил пребывать в Его присутствии. В 26-м псалме Давид, открывая свое сердце, говорит в 4 стихе: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать не в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Вот одна только просьба, только одну цель преследует этот человек все годы своей жизни. Только ради одного вообще он делает все, что он делает, и об этом мечтает и просит. И вот что одно он говорит: чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей и созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Неудивительно, когда мы читаем два стиха выше, вдруг этот молодой человек, Давид, будучи еще юношей, в своих гимнах, восхваляющих имя Господне в песнях, вдруг он начинает петь такие интересные, странные фразы. Он говорит: кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей. Кого мне страшиться? А потом, после этого, продолжая эту мысль, он воспевает и говорит: если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, слышите, против одного человека, молодого парня, ополчится полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Откуда такая смелость? Откуда столько дерзновения? Откуда вот внутри вот это состояние радости, победы и уверенности в защите Божией? И ответ следующий: от того, что он пребывает в присутствии Божьем. И это присутствие восполняет все внутренние изъяны, все комплексы неполноценности, просто им нет места там вообще. И это внутреннее состояние присутствия Божьего, оно убирает страх, оно дает дерзновение и смелость. Он смотрит с уверенностью в будущее, оно дает ему эту уверенность. И он говорит: даже если полк или если война поднимется на меня одного, я не убоюсь, я буду надеяться. Почему? Да потому что, Господь, я хочу созерцать красоту лица Твоего. Да потому что я хочу быть у ног Твоих. Да потому что я хочу славить Тебя, поклоняться Тебе, возвеличивать Тебя. Вот цель моей жизни – всегда прославлять Тебя, Господь мой. Друзья мои, хочу сказать, что, изучая жизнь Давида, я увидел интересную вещь. Я увидел два момента в жизни Давида, как и в нашей жизни, в жизни каждого из нас. Есть, наверное, самые счастливые дни. Я пытался вспомнить мои самые счастливые дни, наверное, один из самых счастливых дней, когда я вдруг увидел, это самый счастливый день был в моей жизни, я вдруг увидел, что вот эта девушка, которой имя Надюшка, Надежда, она станет моей женой, что это правда, что это правда, что Господь нас благословит. И я вдруг осознал, я помню, я не шел, я летел, я бегал, у меня столько энергии, столько радости, столько счастья, столько всего. Самый счастливый день моей жизни. Второй счастливый день моей жизни, когда все-таки взяли на руки медсестры маленького ребеночка и сказали: это девочка. А я в халате, вот, где-то там, и вот черта, дальше переступать нельзя. И вот здесь Надюшка, и здесь все. И я не мог стоять, я туда, они меня оттуда, я туда. Потом я выбежал и просто бежал по коридорам вот того госпиталя. Мне было все равно, что это еврейский госпиталь, что в субботу там бегать нельзя. И меня останавливали, говорят: шаббат, шаббат, шаббат. Какой шаббат? У меня самый счастливый день. У меня такая энергия, такая радость вообще. И я бегал и говорю: спасибо, отец, спасибо, спасибо. А еще я дождался, пока они посмотрели тут же и сказали, что
она полностью, совершенно здорова. Ручки, ножки на месте, глазки на месте, ушки на месте. И она кричит. Все, кричит. То есть вдохнула и кричит. Самый счастливый день. Знаете, в жизни Давида был самый счастливый день. Это был день, когда он возвращал ковчег Божий. И Писание говорит, что он не мог идти. Он царь. Цари, знаете, как ходят цари? Цари, ну, я не царь, я только так думаю, что цари ходят, наверное, очень спокойно. Они, наверное, не прыгают, не бегают. Наверное, тут охрана есть какая-то возле них. И им по протоколу положено быть всегда правильными. Всегда. То есть, хотя, ну, они тоже люди. Но этот царь забыл протокол, забыл все, что нужно просто ходить. Он танцевал, он бегал, он плясал. Он ногами вверх и вниз. Ему было настолько классно и хорошо. Он потом взял и скинул просто одежду свою. Ему было все равно. Это был самый радостный и счастливый день. Что это был за день? Это был день, когда ковчег Божий направлялся в его дом. Ковчег Божий возвращали в его дом. А он танцевал, он прыгал, он радовался. И он избрал своей реакцией поклоняться Богу. Самый трудный день в своей жизни. Вторая мысль. А что делает человек в самый трудный день в своей жизни? Я пытался вспомнить самые трудные дни в моей жизни. Наверное, один из самых трудных дней был в прошлом году, когда я вдруг по телефону услышал, что мой сын умер. Я не мог поверить в это. Я был в одном офисе. Я все бросил, я убежал оттуда. Мне все равно было. Я не мог ехать. Я снова звонил, и я спрашивал, как, что, разве это правда? Знаете, в жизни Давида был тоже самый трудный день. И в первой книге Царств, 30 главе, написана его реакция, что он сделал. Он возвращается в свой город. Он несколько дней отсутствовал в своем городе. Он возвращается в свой город с армией, с людьми. Он пошел воевать. Потом его отстранили, сказали, это мы же будем воевать с Израилем. Ну ты что, ты перекинешься на их сторону. И вернули назад. Он идет домой. Несколько дней его не было дома. Он приходит, подходит к городу, где его семья, где дом, где дети, где жены, где вообще все имущество. И смотрит, вот как в Киеве сейчас, пламя огня, просто черный столб дыма. Люди выходят навстречу и говорят, слушай, никого нет. Город сожжен огнем. Твои жены и дети, сыновья и дочери твои, их просто взяли и увели в плен. Никого нет. Выглядело так, я представляю себе, что в сердце у Давида было. Выглядело так, как конец жизни. Все, никого нет. Все разбито, все разбомблено. Что делать? Что делает Давид? В Библии сказано, плакал, громко плакал. После этого, мало того, его люди, они возмутились на него, это было не шутка. Они готовы были убить его, они собирали камни для того, чтобы побить его камнями. Они просто готовы были растерзать его, потому что не только Давида семью разбили, разгромили дом и увели жен там и, значит, всех детей, ну и всех остальных. И они видели, что Давид виновник всего этого. Внутри он сейчас может умереть вообще. А он и не противился особо. Но знаете, что сделал он? Он стал молиться и поклоняться Господу. Самый трудный день своей жизни, своей реакции он избрал прославлять Бога, поклоняться Ему и молиться Ему. В самый лучший и в самый трудный день своей жизни он поклонялся Господу. Друзья мои, я хочу, чтобы в жизни нашей, когда мы проходим через испытания, мы могли, подобно Давиду, поклоняться Ему и в лучшие, и в худшие дни или моменты нашей жизни. Смотрите, в годы царствования Давида Израильское царство выросло и стало процветать таким образом, каким никогда в истории не процветало. Потому что Давид был поклонником Бога живого. Я хочу еще раз сказать, в годы царствования Давида его главная цель была поклоняться Богу. Царство, которым он руководил, выросло и процветало таким образом, которым никогда в истории не процветало ни до него,
не после него, потому что он был поклонником живого Бога. Я хочу, чтобы вы услышали это. Дорогие мои, дорогие братья и сестры, те, которые занимаются бизнесом, в годы, когда Давид поклонялся Богу, Бог дал ему успех. И в материальном он был богатым, и царство его было процветающим. Я хочу, чтобы те, кто служат в церкви, служители Божии, тоже услышали это, что именно тогда, когда Давид поклонялся Богу, Бог благословил его со всех сторон. И молодые люди, которые мечтают о том, чтобы добиться успеха в своей жизни, которые смотрят на жизнь и понимают, что еще все впереди, и вам кажется, что вы можете позволить себе жить так, как вам хочется, потому что еще все впереди, вы еще найдете возможность вернуться к Богу. Подождите. Именно потому, что Давид поклонялся Богу и всю свою жизнь сделал, ну, как бы главным фактором своей жизни всей сделал поклонение Богу. Именно поэтому он был успешен во всех ситуациях своей жизни. Друзья мои, хочу сказать о том, что когда мы поклоняемся Господу, отсюда вытекает абсолютно все. Не только благословение материальное, не только в личной жизни счастье, мир и радость. Не только гармония внутри тебя, когда ты в действительности знаешь, что делать, слышишь голос Божий и не принимаешь глупых решений, последствия которых могут идти очень далеко и иметь разрушительную силу. Но когда ты поклоняешься Господу, опускается Дух Божий, и люди, которые рядом возле тебя, даже не понимая до конца, что с ними происходит, они становятся открытыми к тому, чтобы принимать Иисуса Христа. Я хочу сказать, что именно из поклонения вытекает проповедь, вытекает евангелизация. Знаете, когда мы придем на небо, то в Писании не сказано, что там пастор один, потом другой, потом третий, потом десятый, двадцатый встают и проповедуют. Об этом вообще ничего не сказано в Писании. Но в Писании сказано, что там поклоняются 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, каждый год безостановочно, 24 старца, 4 животных, они поклоняются. И многие-многие святые поют новую песнь на этом стеклянном море, там есть какое-то некое стеклянное море, и там поют новую песнь, песни Агнца, и поклоняются. Поклонением заполнены небеса. И из поклонения вытекает евангелизация. Вы помните, когда Иисус пришел однажды с учениками своими в город Самарийский? И написано, что он устал от пути, учеников отпустил, чтобы они пошли и взяли какую-то пищу, купили. А сам утрудившись, присел у колодца. И вот женщина с водоносами пришла, чтобы почерпнуть воды. И он начинает говорить с этой женщиной. Писание говорит о том, что у нее было 5 мужчин. Она жила с 6-м. Мы не знаем, была ли она женщина легкого поведения, или просто так жизнь сложилась. Но мы знаем, что он начинает общаться с ней. Вообще это было очень необычно. Потому что иудеи с самарянами не сообщались. Более того, мужчина с женщиной, которая с водоносами, женщина с водоносами достаточно унизительно, как бы на нее мужчины смотрели. Но этот мужчина, Иисус Христос, не смотрел на нее сверху вниз. Он напротив, он говорил к ее сердцу. И когда он начал общаться с ней, в какой-то момент он вдруг начинает говорить ей о поклонении. Он говорит: смотри, отцы ваши кланялись там. Смотри, вот так, вот так, вот так. Но приходит время, или настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. И потом произносит ключевую фразу: ибо таких поклонников Отец ищет себе. Слышите? Он ищет себе. Чем занят Бог сегодня? Он ищет себе не талантливых, не способных и не просто людей, которые что-то могут сделать и блеснуть. Он ищет себе поклонников. Он даст им способность, он научит их, он поведет их, он будет с ними, он ищет поклонников. Мне так и хочется сказать: Отец Небесный, когда ты смотришь на Новосибирск, на нас, когда ты ищешь поклонников, которые бы поклонялись тебе, останови свой взгляд на мне, останови свой взгляд на моих братьях и сестрах. Мы церковь, которая поклоняющаяся церковь. И так хочется, чтобы так было. Можешь ли ты сказать: да, пастырь, я поклонник Богу,
Я поклоняюсь в самый трудный день, в самый радостный день, я поклоняюсь Ему. Отец ищет. Знаете, дух поклонения создает атмосферу, где действует Дух Святой. Почему мы в церкви начинаем каждое служение с прославления и поклонения? Замечали, когда мы только начинаем, такое чувство, что где-то вот ты приходишь, думаешь еще о том, что холодно, но ты добрался, какой ты умничка, что встал. Думаешь, вот, а вот другие знают там того или ту, а она наверняка проспала, и не пошла сегодня. А я здесь, я в церкви, я в Доме Божьем. И ты слышишь, а уже хор начинает петь, уже мы славим Господа здесь, а ты стоишь здесь пока. Ну подожди, 5 минут, может больше, может меньше. И ты как включаешься, ты как настраиваешься. И ты чувствуешь, что все, тебя захватил этот поток. В Библии есть удивительная картина о том, как ангел мерил 1000 локтей, а из-под крыла храма текла вода. И там было сначала немножко воды, потом больше, потом так. А потом было столько воды, что стоять невозможно было, надобно было плыть. Речь идет о Духе Святом, который приходит через поклонение. Из храма, из Дома Божьего течет вот эта слава Божия. А ты чуть-чуть намочился, но ты весь сухой. Чуть больше намочился, но еще весь сухой. Потом еще намочился, но еще и сухой. Еще голова твоя трезвая. А потом уже все, тебе все равно. Ты уже весь мокрый. Все, ты уже нырнул, ты уже оторвался от земли. Ты уже плывешь в этом потоке. Поклонение создает поток Божьего Духа прямо к тебе. И хочет унести тебя в этом потоке. Это удивительно, потому что именно в поклонении это происходит, и прославление Господа. Знаете, когда мы смотрим на высказывание Иисуса, есть такая Библия, есть Евангелие, издательство такое, когда слова Иисуса напечатаны красным цветом. Может быть, у вас есть дома, или, может быть, вы, значит, взяли с собой или читаете. Так вот, если вы проанализируете все слова Иисуса, и если вы знаете Старый Завет, то вы обнаружите, что больше всего Иисус цитировал книгу Псалмов. Ни Иеремию, ни Иезекииля, ни Даниила, ни какого-нибудь другого автора Библии, а именно Давида. Именно Давида книгу Псалмов цитировал больше всего. Я хочу еще раз вернуться к этому стиху, 21 стиху, или 4 стиху 21 главы, 4 стиху 21 псалма. «Но ты, святой, живешь среди славословий Израиля». Ты, святой, живешь среди славословий Израиля. Я, готовясь к этой проповеди, нашел перевод японский. Кто у нас, кто-нибудь из Японии есть? Нет никого, японцы, нету у нас. И мне очень понравилось, я хочу процитировать его. «Когда Израиль, его народ, славит его, он приносит стул и садится среди них». Японцы думают по-другому, они вот так перевели этот текст. «Что Бог, когда мы славим его, приносит стул». На стула нет, да? «Приносит стул и садится среди них». Слышите? Я помню, я был однажды в синагоге, когда маленького ребеночка, 8 дней ему было, принесли, чтобы обрезать. Я первый раз в жизни видел вообще обрезание, как в Библии. И раввины такие там и читают, и папа там, и мама там, их значит, уже там вперед все. И так все окружили община. И вдруг передают поверху стул. Я говорю, а зачем? И тот, кто рядом возле меня, который знает, зачем, стал объяснять, говорит, а ты разве не читал? В Библии написано. Я говорю, что в Библии написано? В Библии написано, что когда-то Илья положил голову между колен и сказал, Господи, я один остался. Всех пророков убили, вообще никого нет. И с того времени... А Бог сказал, подожди, у меня есть 7000, которые не преклонили колени пред валом. И с того времени, каждый раз, когда мальчика обрезывают, заключая завет с Господом, это как завет с Богом,
ставим стул для Ильи, чтобы сказать не 7 тысяч, а вот еще один, а вот еще один, а вот еще один. И они ставят стул рядом, возле того места, где мальчишки будут делать обрезание. И я так тянул за позвонок, там никого не было внешне. Они говорят, там сидит Илья, он сидит в духе, он смотрит, он наблюдает. И знаете, когда я прочитал этот перевод японский, я вдруг вспомнил вот этот момент. Оказывается, Бог берет свой большой стул, я не знаю, какой он, ну, я думаю, хороший, наверное, кожаный, наверное, не знаю, какой. Стул! Ставит его здесь, где-то, вот здесь ставит, или вот здесь вот ставит его, стул этот. Садится и наслаждается, когда мы славим его. Слышите или нет, братья и сестры? Скажите, а вы вообще-то даете место для Господа? Вы верите? Вы хотите, чтобы Он взял свой стул и пришел к тебе в твою комнату рано утром, или днем, или вечером, и сел и славил Господа? Ты хочешь вообще, чтобы Он был с тобой? Ты даешь Ему место или нет? Ты святой, Давид говорит. Живешь среди славословий Израиля. Я хочу, чтобы мы открыли еще один текст, Деяния, 15 глава. Здесь пророческое слово есть. В Деянии, 15 главе, Бог говорит следующие слова в 16 стихе. «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее». Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Смотрите, это пророческое слово, оно относится к нашему времени, потому что это Новый Завет, и Бог говорит, я воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам. Совсем недавно я был в Иерусалиме, и я посетил город Давидов. И за эти последние там 12-15 лет там было, значит, произведено много раскопок. И было очень интересно для меня видеть дом, в котором жил Давид. Просто пытается как бы воссоздать, откопав, восстановить то место, где жил Давид. И я спросил у этого гида, который, значит, рассказывал нам об этом месте, и он сказал, что мы не знаем точно где, но мы знаем, что Давид принес сюда ковчег. Он поставил его под шатер, и он стоял под шатром. А возле ковчега он сделал большую такую площадь и привел многих людей, музыкантов, певцов, которые пели здесь. И пели день и ночь, пели и играли постоянно. Знаете, такие небольшие штрихи, которые, когда он говорил, вдруг как пазлы стали собираться у меня в сознании. И я хочу вам прочесть несколько текстов из Библии, о чем идет речь. Первая книга Паралипоменон, 16 глава, 37 стих. Первая Паралипоменон, 16, 37. Давид оставил там, где? Перед ковчегом, да? Так и сказано, пред ковчегом завета Господня. Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно, каждый день. Если вы так же, как и я, трудитесь в Библии и подчеркиваете, то подчеркните это слово «постоянно», каждый день. Это означает, что не тогда, когда хорошее настроение, ясная погода, теплое солнышко светит, но постоянно и в лучший день своей жизни, и в худший день своей жизни он поставил там Асафа и братьев его, чтобы они служили перед ковчегом постоянно, каждый день. Посмотрите еще один текст, 1 Паралипоменон, 23 глава, 5 стих. «И 4000 привратников, и 4000 прославляющих на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления».
Я читал мою Библию, но никогда не видел, о чем здесь идет речь. Оказывается, у них было 4 череды по 1000 человек. И 1000 человек в доме, где жил царь, окружали ковчег. Ковчег – это был некий ящик. Над ним было 2 херувима с такими крыльями расправленными. И называлась эта крышка, крышка милости Господней, престол милости. Когда я снова освежил это в памяти, я понял, что когда мы постимся, когда мы молимся, когда мы ищем Бога, мы получаем ответы не потому, что мы заработали это. Господи, я 7 дней постился и молился пред лицом Твоим, Ты должен ответить. Нет, 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 нет. Потому что престол милости Его, милость Его превозносится над судом, милость Его велика. И эта крышка ковчега называлась престолом милости. И Давид принес это, поставил это, накрыл шатром, сделал площадь такую. И 4000 по 1000 человек разбил череду на музыкальных орудиях, славили и поклонялись Господу. Вот еще некоторые цифры. У него было 274 музыканта. Они поклонялись и славили Бога 24 часа в день, 365 дней в году, 33 года. Они играли на музыкальных инструментах и безостановочно славили, славили и славили и славили Его. Смотрите, дорогие мои, что интересно. Интересно, что когда евреи вышли из рабства, из Египта, у них был всего-навсего один музыкальный инструмент. У них был шофар. Все, больше ничего. То есть, когда они шли только с одним музыкальным инструментом, и все. Они построили скинию, и когда они славили Господа, то у них было много шофаров. Много, дудят и дудят, и так, и так, и так, дудят и дудят, и дудят, и дудят, и дудят, и дудят. Но годы шли. А здесь написано, смотрите, что делал Давид. Давид написано, которые он сделал для прославления, чтобы прославляли Господа на музыкальных орудиях. То есть, подождите, Давид сам делал разные музыкальные инструменты? Да, именно об этом сказано в Библии. Он создал арфу, он создал тимпаны, он создал гусли. Не знаю, кто придумал, значит, гитару. Это, наверное, как, ну, какой-то видоизмененный уже как бы с того времени или доработанный инструмент. Но я открыл 150-й псалом, и я был удивлен, потому что Давид перечисляет те музыкальные инструменты, которые он создал. Смотрите, и там сказано гусли, тамбурин, трубы, псалтыри, кимвалы, звучные кимвалы, громогласные. Все это сделал Давид. И теперь в его скинии здесь был не только звук шофара, но было много разных инструментов. Я хочу немного остановиться на этом и сказать, друзья, в каждом поколении есть свой стиль музыки. И то, что мой отец слушал, не всегда дети хотят слушать. Там есть страх Божий. В тех песнях, которые были рождены в дни гонения. И в тех мелодиях есть что-то необычное. И я люблю слушать и петь те псалмы. Но то, что слушают сегодня наши дети, старшее поколение говорит, ну разве это можно слушать? Ну разве это можно слушать? Конечно, есть какая-то черта дальше, которой нельзя идти. Потому что музыка, она глубоко духовна и имеет влияние. И есть черта, переступая которую мы уже попадаем под демоническое влияние. Но я хочу сказать, что вот такого вида прославления, если бы в моей церкви, где я родился и вырос, было бы, меня бы, наверное, отлучили бы сразу. Потому что как это барабаны? А Гриша еще играет. То есть, не так бум-бум в смирении. Как это так? А Давид вообще придумал тамбурины, гусли, трубы, псалтыри, кимвалы звучные, кимвалы громогласные. Громогласные, я думаю, это как гром гремит. Это же надо так придумать. Как гром гремит. Все, кимвалы громогласные. И все это для славы Господа. Все дышащее да славит Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте прославим Его. Он велик. Знаете, интересно,
в Библии написано так: поклоняйся Господу твоему всем сердцем твоим, всей, или возлюби Господа твоего, да, всею крепостью твоей, всем разумением твоим, всею душою твоей. То есть, я так понимаю, но так с детства был научен, что поклоняться Богу надо, когда ты приводишь в порядок свой разум, свои чувства, молишься и поклоняешься Богу. То есть, здесь начинаешь. Я поклоняюсь тебе, Господь. Я славлю тебя. Но, знаете, у меня в жизни как-то немножко по-другому получается. Я начинаю отсюда, а продолжаю руками и ногами. Аллилуйя! О, Иисус! Аллилуйя! Слава тебе! И отсюда, начиная, оно как-то перекидывается на ноги, на руки. Я славлю Господа просто всем моим естеством, всем моим телом. Я не славлю Его разумно, потому что мой разум для Него, это, знаете, это... Ну что мой разум для Бога, который все знает, всезнающий и всесильный? Но я славлю Его, начиная с разума, а потом отсюда, через ноги, через руки, оно переходит в мое сердце. И мое сердце раскрывается, и я успокаиваюсь, и я переживаю мир, и я начинаю ходить перед лицом Его, или стоять на коленях в смирении перед Ним, и я плачу, или я радуюсь, танцую перед Ним. Почему? Потому что есть удивительный путь через славу Божию, когда ты славишь Его, и руками, и ногами, и разумом, и всем, тогда сердце твое открывается, и ты способен быть прославляющим и поклонником нашего Господа. Друзья, последняя мысль, которую хочу сказать, и мы будем славить Бога. Гриша, поднимайся на сцену. Нам надо будет сегодня славить Господа. И прославление, поднимайтесь на сцену. Только тихонечко я еще хочу одну мысль сказать. И после этого мы будем славить нашего Господа. Друзья, смотрите. Между тем местом, где был ковчег Божий, и домом Давида, Синаем, между этими двумя, то есть это был дом Авидара, где ковчег Божий находился, и между Иерусалимом, или горой Сион, точнее, не Синай, а Сион, и между Сионом, то место, где жил Давид, было всего 10 километров. И очень интересно, но 10 километров, если идти обычным шагом, то вы пройдете, сделав 2437 шагов. Если Саша Шиф пройдет, он пройдет за 2200 или за 200. Я, может быть, чуть больше, но средний человек, то есть сделает 2437 шагов на 10 километров. Фактически 243 шага на 1 километр. И написано, что Давид, когда нес ковчег, когда несли ковчег, делал 6 шагов и останавливался. Это выглядело так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Стоп! Никуда не идем! Стоим! Давайте жертву приносим Богу! Давайте поклоняемся! Давайте сооружаем жертвенник! Давайте оттуда камни! Переносите сюда! Давайте работаем, все, строим жертвенник. Левиты поют, музыканты играют и на тимпанах, и на кимвалах. Приводят какого-то там баранчика или овцу какую-то. Ее закололи, разделали, принесли жертву. Все, через час, может быть, через полтора. Он говорит, поднимаемся, идем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, стоп! Жертву приносим! Приносим жертву! Приносим жертву, давайте! Слушайте, кто так придумал вообще? 10 километров всего-навсего. Да пронесите за два часа, за три часа, ну хорошо, за день. Делом заниматься надо. Кто-то придумал? Давид придумал. Давид, ты что, не царь, что ли? Давид, ты же царь. У тебя столько дел вообще, государственных дел. Войны какие, враги какие. Дел-то, видение у тебя-то какое, храм построить, и то сделать, и то сделать, и то сделать, и то сделать. Давид, чем ты занимаешься вообще? Знаете, что Давид говорит? Он говорит, нет большего занятия. Нет более важного занятия для меня, чем славить Господа, принося Ему жертву. Слышите или нет?
И я посчитал дальше. Я подумал, ну, до обеда, допустим, 3 раза же могут принести жертву. 18 шагов же могут сделать. Ну, может, там они уже наловчились быстро, 40 минут на жертву там. Ну, жертва это время. Ну, до обеда, допустим, час, может быть, на жертву. До обеда 3 раза же жертву принесут. Я так думаю. До вечера, допустим, евреи там до 7, до 8 вечера приносят жертву. Еще 3 жертвы принесут? Принесут. 3 раза прием пищи в день. 7 часов спать. Не надо 8 спать, много для них. 7 часов спать. И я посчитал. 406 жертв разделить на 6 жертв каждый день. У нас получается 68 дней. То есть больше 2 месяцев они шли. Эти 10 километров, они шли больше 2 месяцев, они шли. Все стоит. Никаких встреч у Давида больше нет. Никаких дел у него больше нет. Ему ничего не надо. Никаких государственных вещей, ничего не надо. Он там 6 шагов делает и жертву приносит. 6 шагов и жертву приносит. Почему? Знаете почему? Потому что он по-настоящему любил Господа и был поклонником Ему. Вот почему сегодня Иисус говорит, я сын Давидов. Он сказал об этом 2000 лет тому назад, и сегодня мы читаем это в Библии. Он называет себя сыном Давида, потому что Давид был поклонником нашего Господа. Аллилуйя! Я не знаю, чем занят ты. Хочу сказать, что на жертву всегда приходит Бог. Всегда приходит огонь Божий на жертву. Когда ты жертвуешь, там будет Бог. Там будет Бог в твоих ситуациях, в твоем деле. И в его царствовании, в царствовании Давида был Бог. Он был благословен. Он был благословен, потому что он был поклонником Господа нашего Иисуса Христа. И Бог был настолько сильно на нем, что когда он дудел просто в одну трубу, то одержимый человек получал освобождение. Просто в один инструмент играл. И одержимый человек получал освобождение. Что же происходит тогда, когда целый оркестр играет? Когда 1000 левитов славят Господа? Когда атмосфера просто в воздухе наполнена присутствием Божьим? Конечно, там будет Бог. Там будет премудрость, устройство, благословение и жизнь Божия. Мой друг, хочу, чтобы ты понимал, самое важное в нашей жизни. Одного только просил я, того только ищу, чтобы пребывать не в доме Господнем и созерцать красоту Господню во все дни жизни моей. Это сказал Давид. Самое важное – это славить и поклоняться Ему.